Подробнее о программе переселения из аварийного жилья, а также о грядущей Каринской ярмарке и реализации инвестиционных проектов глава региона расскажет сегодня в прямом эфире нашего телеканала в 19:15. Сразу после событий дня смотрите программу «Власть. Открытая политика». Звоните в студию по телефону 70-35-15 или оставляйте вопросы на нашем официальном сайте 7info.ru. Александр Михайлов поздравил курян с наступающим Днем Победы. Он напомнил, в 2007 году по указу президента областной центр одним из первых в стране был удостоен звания «Город воинской славы». Для миллионов граждан России и стран СНГ, чьи деды и отцы воевали с нацистами на фронтах Великой Отечественной войны, это самый святой, дорогой праздник. Он наполняет нас чувством законной гордости за старшее поколение. Именно оно вынесло на своих плечах все ужасы и страшные тяготы той войны. Именно оно восхищало народы Европы своим мужеством, отвагой и беспримерным героизмом, благодаря чему они получили независимость и свободу. Подвиг русского Ивана не забыт людьми совести и чести, к какой бы вере и национальности они ни принадлежали. Дорогие ветераны, низкий сыновий поклон вам и великая благодарность за боевые и трудовые подвиги. Живите долго и счастливо под мирным небом.